Ну, Артуру, конечно же, желаем удачи. Я думаю, что чем больше будет таких турниров, тем больше будет появляться наших звезд. Да, я считаю его достаточно опытным бойцом. У него 12 боев, 9 из них он закончил досрочно. Вот. Казахская школа бокса, она тоже славится очень сильными бойцами, поэтому, думаю, противостояние будет достаточно серьезным.